тот наглядший. Так, тем это временем, у нас вышла Нина Карцева. Нина Карцева, да. Вот она уже в начале так приспосабливается, что уже сама себе немножко скидывает впечатление. Выжидает, знаешь, она не рассчитывает движение. Вот поклонниц у нее много. Тут вижу, девочки все дружно ее поддерживают своими аплодисментами. Гимнастка, мы о ней много говорили добрых слов. В обязательном порядке надо ей поменять эту позицию. Она просто приобретет от этого. Ну, мы тоже уже обращали внимание, когда гимнастка, например, выполняет сальто назад, прогнувшись двумя винтами. И сейчас мы четко видели, что два винтика у нее не получилось. Она на 45 градусов чисто не довернулась. Судьи это все себя отмечают. Вообще судья сегодня должен записать всю программу от первого до последнего движения. Все это делается при помощи символов. Называется символическая запись. А потом они ее сами расшифровывают. Это прям абракадабра, но которая им очень понятна. Знаете, вот, как бы, используя опыт наблюдений за соревнованиями в художественной гимнастике, совершенно однозначный вывод по поводу этого упражнения делается о том, что композиция не выстроена. Конечно. Как-то вот нет упражнения. А кроме того, сбилась с ритма в середине, ну, в общем, Нина Карцева. Вот. Не получилось. А как...